Ну вот, классическая Ява. Всем привет любителям этой марки. Что называется, полный стандарт. 634, ну, 01, 02, 03. Пойди разбери. В общем, на такой вот Ури в электронике ездил на одиночке. Значит, что я хотел показать в данный момент. Ну, как бы, может кому-то понадобится. Вот таким вот образом я закрепил двухкатушечную, двухискровую катушку. То есть, на стандартное крепление хомута, стандартным болтом, но, может быть, укороченным, сделана вот такая вот рамка. Вот из отрезка профильной трубы, в ней пропилен паз. Вот по форме вырезана, вот 25-я труба. Не оставлена катушка и прикручена болтами. У катушки были вот такие отверстия, поэтому катушка была закреплена так. Вот сверху выходят провода. Снизу подключается электрическая часть. В общем, как-то так. Вот так вот я расположил. Здесь все по стандартной схеме. Жабка зафиксирована хомутиком. Вроде бы стоит, нормально себя ведет. Ну, больше вроде бы ничего хитрого.